Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Яков Шатагин, и давайте немножко обсудим уникальные события недельной главы. Всевышний уничтожает Сдом. Это была огромная-огромная крепость, где жили самые богатые люди планеты, которые собрались и договорились. Мы бедным не помогаем, мы бедных бьем и убиваем. Кто поможет бедному, у него будут такие проблемы, что лучше ему этим не заниматься. Мы с вами знаем, что весь мир основан на милосердии. Если есть милосердие, есть вот наша Вселенная. Милосердия не будет, как в Сдоме, нету Сдома. Тора нам говорит, что в каждом поколении есть люди, которые немножко вот их мировоззрение совпадает с содомитянами. Они не хотят помогать, им очень тяжело это делать. Поэтому Тора и пишет этот рассказ. Ведь зачем Тора нам рассказывает про Сдом? Это что, какое-то историческое событие, которое было много лет назад? Нет. Тора рассказывает и дает нам уроки. Кто до сих пор не знает, что нужно помогать, вот, посмотри, что было в Сдоме. Там это очень такая как бы радикальная ситуация. Просто весь город договорился не помогать, убивать, были самые жестокие люди планеты. Но тем не менее, давайте брать у них урок, говорит Тора. Не надо так поступать. И наоборот, написано, когда ты видишь, какое наказание за грех, если ты делаешь наоборот, представь себе награду. Представь себе, сколько будет хорошего у тебя и у твоей семьи, у всего твоего окружения, у всего мира, если ты помогаешь людям. Важнейший урок из дома. На милосердии стоит наша Вселенная.